Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем игру. Кто у нас? Dark Sector или кто он там? Какой он там у нас Dark? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Давай. Они сейчас пробиваться надо. Что у нас здесь имеется? Давай. Вы открыли получение багажа завершения главы 3. Глава 4. Мотыльки на огонь. Забросайте дымами. А вот что я плохого вам сделал первоначально? Так, ладно. Будем смотреть. Сюда? Нет. Ну, надежда была. Сюда сходим, посмотрим. Сохранение. Подожди до сохранения. Вход на черный рынок, вот куда мне и надо. Подожди, но вот этот ток тоже неспроста здесь висит. Я уверен, что что-то он где-то открыть должен. Не ползет он тебе, нет? Нет, не ползет. Что ты можешь здесь открыть? Это просто совпадение. Пошли на черный рынок. Запомни раз и навсегда, Янки. Если будешь вести себя как послушная обезьянка, я, может быть, буду подкидывать тебе орешки. Отлично. Так, а что у меня используется сейчас? Так. Темп стрельбы, огневая мощь. Значит, вы тут дожили до капитализма, наконец. Ладно.
О, янки снова в городе! Значит, вы тут дожили до капитализма, наконец! Так. Все, так, заполнено. Нормально.
Незаметно. Вот так вот. А мы пока здесь посмотрим, чего мы тут не взяли. Ага, все понятненько. Все ясненько. Мы так и думали. Блин, а в чём же я играл? Tomb Raider, точно, вспомнил. Tomb Raider, да, такая игра была. Там такая же хрень. Ну, старенький, конечно. Tomb Raider. Да-да-да-да-да. С такой же графикой, как и сейчас я играю. Да, это вот открыто. Спрячете. Если тут скрыто, а тут скрыто по-любому. Чемоданчик до улучшения. Он где-нибудь вон там. Лучше вы чё, блин, падли, говорите это со мной. На автомат надо поставить. Группа С, что это было? Мы лупим по нему из всех стволов! Что происходит? Чёрт! Чёрт побери! Группа С! Черт, оно приближается! База! База! Нужна поддержка с воздуха! Сбросьте нам шакал немедленно! Шакала? Это машина же вроде, если не ошибаюсь. В Дентике, кстати, такая игра есть. Одна из моих любимых. Шакал.
тройное обезглавливание. Мне это что-то этих открытий подает. Что она? Плюсы, минусы, что дает? Когда у меня там уже еще силы появятся? Опа, уменьшает время перезарядки. Там.
вообще ничего. Только разочарование. Понятненько, ладно. Переходим на другую локацию. Какой-то волной. Это все передатчик, который ты ищешь. Мезнер его уже включил, и он издает сверхнизкочастотные импульсы. Мы такие использовали в холодную войну для связи с подводными лодками. То есть передатчик на самом деле не для привлечения зараженных людей? Но зараженные как-то его слышат. Значит, и ты должен. Импульсы сильнее, чем были у нас в 87-м году. Мезнер привлечет сюда ветеранов. Он перегородил все дороги, оставил только узкие проходы. Его войска ждут тебя, дружок. Они устроили засады, чтобы ликвидировать зараженных людей. Постарайся найти вход на черный рынок. Ищи изображение цветка лотоса.
твою мать, цветок лотоса еще искать. Теперь-то мне страшновато стало. Просто пережил что-то, какое-то крушение тут. Ага. И опять не сюда, ну ладно. Что тут произошло у вас? Вроде вместе стояли. Охренеть. Мне вообще поди можно было вас не стрелять. Или сигнал вас с собой убрал. Опа. Увеличивает темп стрельбы технология оружия. Ни хрена. Не можете протиснуться. Худей, значит. Худей. Худей. Ага. Туда мы не можем попасть. Здесь мы тоже бессильны. Зачем нам тогда нужна была лампочка первоначально? Чтобы воевать. И тут само что-то как-то разрешилось без меня. Недопонимаю вот этот момент. Так, ладно. Ну, можно было спрятаться. Опять поди этот монстр приходил. Непробиваемый. Значит, говоришь, лотос. Кто к нам пожаловал? Давай улучшаем. Мой любимый клиент. Да подожди. Пробивание нет, не то. Скорость перезаряд. Вот это надо. Пробивание. Вот это надо. Темп стрельбы. Да нет, наверное, вот дробовику поставим.
купить. Шкафчик, вот даже не знаю, на автомат поменять, что ли? Тек на автомат. Опа, у меня патронов от него. Тьма тьмущая. Ладно. Пока все идет хорошо. Только при чем тут лутос? Где там лутос? Ну, я понятия не имею. Это похоже на лотос? У меня тут какой-то советский плакат. Посмотрим. Сюда. Принес. Внизу ничего. Это с мясом, с трупами, с мусором, с чем нахуй. Так хорошо начиналось.
повышенный шанс пробить врагов снова, так. Почему бы такие хорошие улучшения не успокоили? Стоять, видимо. Допускается использование оружия на поражение, кроме заставки. Оружие на поражение. Thank you.
к нам пожаловал, мой любимый клиент. Что у нас есть? Останавливающее действие. Давай. Пока нормально. Не принес потом, ладно. Выпрыгнули, да, за что? Хорошо. Thank you.
Понятно, с гранатометом, надеюсь, буду. Потому что побаиваюсь нахуй тут. Есть такое немножечко. Куда? Первый этаж, второй этаж. Давайте первый этаж сначала посмотрим, что у нас здесь. Нарвемся на неприятности. Потому что без этого уже мы не можем. Неплохо для дробовичка-то тоже. Сейчас-то было мне поменять бы его. Он бы мне сейчас пригодился. Ну ладно. Будем пока работать с тем, что есть. Что у нас здесь? Понятненько. А то я внизу там был, все понял. Так, эту черную материю сжечь. Рано паниковать. У меня, опа, нет, не это, надежда была. Так, а я не понял, что электричеством тоже можно, что ли? Вот этот газ, наверное. Сейчас попробуем. Давай, давай, давай. Беги, беги, беги. Все верно. Гранатомет берем. С ними пока не расстанусь. У меня целых 4 патрона, ну, снаряда. Не знаю, ракеты, как правило. Стрелы назвать. Видео. Что-то видео так это коротенькое было.
Вообще-то я с гранатомета должен быть. За каким хреном я его тогда тащил-то? Ну и он меня, заметьте, не убил. А вот он. Все нормально, вот он мой гранатомет. Всем командам предписывается получить защитные костюмы. Все оружие должно быть оснащено действующими магнитными ограничителями. Вы отвечаете за безопасность команды. Следуйте протоколу. Регулярно проверяйте герметичность маски и ограничитель оружия. Малейшая ошибка может стоить жизни вам... Кто к нам пожаловал? Мой любимый клиент! Нечего. Купить тоже нечего. Такое оружие, если поменять. Пойдем, магнитный ограничитель действующий. Следуйте протоколу. Регулярно проверяйте герметичность маски и дела. Идем-то, не свети. Малейшая ошибка. Фонарик.
сила во мне живет. Так, кого-то здесь гасить надо. Спокойненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, кто-то должен прийти и разрушить здесь все, нет? Давайте-ка для начала возьмем здесь все. И тогда каждый патрон инфероном. Господи, эффектом. Инфероном начнем. Ладно. Смотрим, ждем. Выжидаем. Где ты? Вот он. Мы заходим, он выходит. Так. Кладбище. Dark Souls. А это Dark Sector, по-моему. Так легко и просто, или это пока в руках гранатомет? Смотрим. Вот гранатомет против вас всех, вот эта вещь. РПГшечка не подводила еще. Есть улучшение. Олохом. Взял патроны. Патроны. Ой, господи, вот такие вот склепы меня бесят. Это же пипец. Что за игрушка-то была? А, призрак каким-то. Призраком я играл, расследуя я вел. Ну, там этих склепов. Загадки пока решаешь нахрен. Особенно зная, что так надо зажечь факел. А тут это что он? За пьедестал. Ладно.
факел зажжем по воротам крана. Но его здесь нету. Значит, он там. Он где-то там. Загорелся. Гончая собака какая-то была. Ну-ка давай зайдем, посмотрим. Кто здесь? Тоже, естественно, факел, который... А, мне поди отсюда, от факела. Факел надо зажигать, может так тоже идти. Посмотрим до конца, то уж дойдем. Осталось только господи. И нет, ничего, никакого улучшения мы не видим. Понятненько, значит, тут просто картину доделали. Обстановочку. Yeah!
Гер. Вот так. Все. Господи, спердячий парень. Они еще отсюда шли, блин. Ладно. Плохо убиваетесь, да? Хорошо. Учтем. Что-то механическое нахуй. Так, ладно. Это у нас огнем надо, да, тебя? Раньше хоть мясной был, сейчас без мяса. Чё тебе хелпи? Кто тебе, падла, поможет? Здесь мы ничего не можем взять. К нам пожаловал. Улучшить. Есть у меня мой улучшение. Мой любимый клиент. Да подожди ты. Тут есть, тут есть. Все, пока. Продать. Нет, купить. Нет.
фальшивые кинули нормально у нас в руках. Это мне силы давно не давали никакие. Тут все что ли? Закончилось мое улучшение, что ли? Никак. Не то, да? Без головы, заметьте. Ладно. Надо поджечь огонек. Так неподжигаемо. Будем искать огонь. А зачем нам здесь огонь? Кто сказал, что он нам там нужен? Меня чуешь, что ли, или что? Ладно, парниша, посмотрим, с чем ты пришел. Я не вижу тебя.
еще и пули отражаю. Неплохо. Очень даже неплохо. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!